Hey, yo guys, мы Шмики, мы продолжаем проходить Your Panel Sword and Soul с Neversil. Короче, пока что мы с вами не используем вот этот клевер, потому что я не знаю, когда ценники уже поднимутся до такой меры, когда нам уже нужно будет использовать это. Да, они уже поднялись. Ну, ладно, посмотрим. У нас все еще впереди. Глава 4. Нападение пиратов. Ух ты. Понятное дело, что мне сюда нужно, походу, дойти будет. Охотница королевы. Охотница. Так, у нас там есть горы, еще королевская это, гавань. Вот опять, я не понимаю, она ломается или нет. О. А вот это уже плохо. Блин, херня в том, что я их уже не ваншотчу. Это плохо на самом деле. Так, ответный удар. Вы сделали большую больно Раскару. Мы сделаем больно вам. Бум, бум, бум. Плюс поджог. Я не знаю, насколько там поджог будет. Пока что мне вот это нравится, то, что у меня есть уклонение и все в таком духе. Подожди, а сколько у меня... Мне бы желательно сейчас посмотреть в городе, сколько у меня цветочков. Прибавляются они хотя бы мне? Да, прибавляются. Мне цветочки прибавляет. Хорошо. Окольный комитет. Так, 4 обычных боя. Крабик. Ага, у него отражение. Это потому, что он в панцире, да? Окей. Ну, пока что у нас проблем никаких нету. Это хорошо. Команда панцирных. Либо это сейчас враги будут в панцирях, либо... Ух ты ж, ё-моё. Ага. Надо запомнить. Фу, криты на критах. Контратака.
Ну слушайте, 300 с чем-то тысяч. Да, убил. Тургон. Босс. Есть, у меня есть один камешек такой уже. Это очень хорошо. Песчаные свинорылы. Песчаные свинорылы. Так, обычные 4 боя. Ага, у них иммунитет на молнию. Пока что они меня не пробивают, поэтому пока что идеально. Я игру на 100% не буду проходить, потому что там на тренировочном поле столько нужно... Фу, играть, что я даже сам не знаю. Ладно, банда... А давайте я сразу этот куплю себе, чё я мучаюсь? Новую броню. Знаете, духаты меня не заботят. Я хотел делать свою работу бесплатно, но меня отчитал Хоббс. Он сказал, что это ничего, если вроде того. Так, ладно, покупаем. Так, кость дракона. Сделана исключительно из костей животных. К счастью, мы больше не занимаемся таким варварскими вещами. Хм, рыбная, видите? Буканьер. Браконьерская. Одежда дальше будет. Так, 800 с чем-то. Хорошо. Давайте вкинем сюда. Улучшить лагерь. Так, хватит. И я еще могу дом улучшить. Все отлично. Хотя я мог бы в банк закинуть, как вариант. Но мне за банк довольно мало дают. Я смотрел, если часто брать помощников, то они начинают улучшаться. Союз панцирных, давайте посмотрим на их не союз. Как вариант, я мог вообще на 3 черепа сразу пойти. Кольцо сразу сработало. Еще раз кольцо сработало. Да, вы видите, кольцо делает свое дело. Легендарный охотник. Банда уцелевших. Так, давайте, ладно, сюда. Ух ты ж, ё-моё. Ага.
настрелялся. Впервые прожимаю все клавиши. Не, ну это сразу весь сет. Кость дракона. Вау. Ха. А это даже не банда уцелевших? Нихера себе. Так, подожди, приятель, мне надо сейчас город, и я куплю оружие. Или сколько там кузнеца стоит? 22, да? Я видел, как вы сражались с легендарными охотниками в броне из костей дракона. Я за вами не слежу. Я наблюдаю. Что ж, я не совсем уж разочарован. Бля, мне пришлось все кнопки прожимать. Вот здесь, там было, да, сложновато. Признаюсь. Загнанные свинорылы. Давайте 22 я насобираю и... Ой, черт, не то нажал, ладно. Иммунитет. Ну, как обычно. А я там, кажется, по хпшке тоже, да, проседать начал. Так, дукаты. Давайте посмотрим на банду уцелевших. Так, 4 обычные битвы. Стой, негодник. На абордаж нас брать будете. Это один из наших последних кораблей, так что вы его у нас не заберете. Так, теперь я смогу добить. Готово. Идеально. Первая атака, бронь, защита, контратака. И я ее убиваю. О, сразу целый дукат дали. Бруконьер. Пиратские становятся... Так. Пиратами становятся из желания постоянного ощущения свободы. Ну и из-за стильных нарядов тоже. Усмирители панцирей. Снова пираты? Так, два боя замечу. И промазал. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я тебя сейчас все равно убью. Контратака. Бам. Бам.
Так, и как раз у меня есть на покупку нового орудия. Да, есть. Уже есть. Так, сразу закупаемся у кузнеца. Архиколдух. Характеристики прокачиваем. В умение, ну... не знаю. Уменьшает время восстановления лука. Можно взять усиление, как вариант. Или урон от контратаки увеличить. Ладно, пускай будет ярость. Так, у меня еще есть десяточка, да? О, привет! Идете на Флав, да? Ах, если бы вы только прифен нафтоядный пиратский костюм для арсенала. Было бы просто здорово. Хотя я вовсе не понимаю, зачем флот капитана Хартвинда вторгся к нам. Так, у нас 203. Сколько? Так, что мне теперь буду давать? Редиски. Спасибо за редиски, как говорится. Ну, это серебро, в принципе, такое. Давайте на рынок сходим, посмотрим, что я на рынке мог приобрести. Угу. Грибной мамба. Дикие грибы могут успокоиться, если дать им послушать эту песню. Так, кольцо куплю. Я покупаю пока что, что самое дешевое. Чтобы удочку достать. Благословенный кристалл. Она может помочь в трудную ситуацию. Заставляет тратиться. Кольцо комара. Ясно, короче говоря. Заметки Бибу. Когда обучаете... Так... Обучаетесь защите или ближнему бою, не пренепрягайтесь. Смотрите на общую картину. Если бой вызывает трудности, попробуйте другой вид оружия. Иногда помогает. От некоторых атак невозможно увернуться, например, от взрывов. От некоторых защититься, например, от ударов в спину. Критические удары в ближнем бою или молнии. Блокирование снаряда в нужный момент не дает критического удара в ближнем бою, но предотвращает урон. Атака из лука, особая атака посохом, огненный шар и молния не расходуют весь ход, так что пользуйтесь этим. Что по кассе? Что я могу тебе дать? Там мало ты уже даешь, ладно. Так, в таверну я не хочу ложить деньги. Мне нужно, получается, купить книгу. О, о пальцах, вот. Кольцо дракона. Нифига себе. Так, а я тут... Да, я тут забрал парня. Так, книгу сразу посмотрим. Вся правда о пальцах, том 2. Плюс одна ячейка для кольца. Этим утром я сделал невероятное открытие. На одном из моих пальцев нет ни одного кольца. Почти сразу я понял, что у нас есть еще хотя бы один палец. Итак, мой вердикт: у нас у всех не меньше 4 пальцев. Очень внимательный гражданин. Так, теперь я, значит, могу ставить еще одно колечко. Кольцо души. Корону от колдовства. Заряд уклонения теперь. Шанс наложить ожог в ближнем бою. Корону здоровья питомца. Заряд к уклонению. Пускай будет. Давай, ладно, лучше дом построить. Все, полетели. Т.
Так, Красный Король. Сразу смотрим на количество боев. Всего лишь два боя. Значит, раз. Два. Удачливый специалист. Сколько мне бафов дают? Ох, сколько камней мне дают. Кольцо огромного лучника. 50 шансов восстановить заряд лука при убийстве из лука. При убийстве из лука. Ну это такое. Так, 29. Погнали дом прокачивать. Подожди, а это кольцо пропало? А нет, оно все еще здесь есть. Построить. А, теперь за 9, видите? Так, 56, хорошо. Так, та-та-та. Обучение. Надо еще вкинуть. Улучшить лагерь. Все хорошо. Так, таверна. Покормить питомца, что ли? Ладно, побежали дальше. Пока что мы с вами не используем то, потому что я пока что могу убивать. Банда уцелевших 2. Встреча в лесу. Давайте банду уцелевших. Так, 4 битвы обычные. Смотрите, что тут у нас. Бухая сухопутная крыса. О, тебе капитан нужен или как? А, на твоем месте я бы ее не тревожил. Она сегодня не в настроении. Вот что я тебе скажу. Возвращайся к своей скучной сухопутной жизни. Иначе будет бобо. Как раз восстановил себе этот... А, я не уклонился. Кольцо капитана. Увеличит шанс супер-мега при использовании особой атаки или толчка. Пиратами становятся из-за желания постоянно... Ага, свобода, свобода, свобода. Встреча в лесу. Бой. Последний раз спрашиваю. Пин-пин, как вы думаете, почему мы здесь? А как, по-вашему, корабль оказался посреди пляжа, если не с помощью колд... А вы вообще кто? О, не отвечайте, мне все равно. Это частная беседа, а вас не приглашали. Ой, зачем я на него это использовал? Ладно. Плевать. Плюс еще ошеломление. Я уже 132 уровень, вы понимаете? Знаете, сколько мне нужно, чтобы изумруд получить?
Команда Хардвинда. Так, 4 обычных боя. Хорошо. Отлично. А, ее заблокать нельзя. Бац, 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 бац. Пират Вуду. Пират Вуду. Буконьеры дали мне костюм. Так, а сколько мне там два изумруда, да, нужно? А не, я уже могу. Или не могу? А, ну ладно. Ну ладно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Манать мне теперь быстрее это не тренировочный зал, а как эта херня. А сколько надо? 99, ни хера себе. Погнали дальше. Обломки Хардвинга. Скорее там будут скелеты. Там на воде что-то было или мне показалось. Блин. Так, ну ладно, еще два. Оглушение. О, мне сразу целый дука дали. Ой, хо-хо. Капитан Хардвинд. Это ты, крыса сухопутная, нам проблемы создаешь. То наш корабль сдуло, как пух, ветер. Так. То какие-то мелкие сухопутные крысы нашей команде наваляли. Это я ненавижу в таких сухопутных крысах, как ты. Не дайте вы людям жить как им угодно. Я не позволю сделать их нас сухопутными крысами вроде тебя. Пора тебе познакомиться с великой, величайшей палкой. Ага. Ага. Я тебя понял. Контратака. Я тоже могу хилиться, ты что думаешь, такая умная? Я кнопок здесь прожимаю.
верить не могу. Меня одолела сухопутная крыса. Тебе чего вообще надо? Моя старая подвеска? На какой черт тебе подвеска моей бабушки? Ах, мы вас, сухопутных крыс, никогда не поймем. Ту-ту-ту-ту. Ну чё, в принципе, я думаю, на этом мы с вами закончим. В следующей серии мы... Ладно, посмотрю, что у нас там было на воде. Подвеска из ракушки. Невероятная редкая ракушка бабушки Хардвинда. Да, вот. Нашел. А, вот. Нашелся. Нашелся. Здрасте. Ха. Вот оно что. Ну ладно, давайте тогда, думаю, мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.